Во дворце спорта «Нор» стартовал финал школьной баскетбольной лиги четырех «КСБаскет» среди юношей и девушек. Отборочный этап соревнований начался еще в октябре прошлого года. На соревнования подали заявки 18 команд из 11 школ округа. После проведения всех игр отборочного этапа в финал вышли 4 команды девушек и 4 команды юношей. На площадке команды девушек школы 1 и школы 5. Середина матча. Уровень настолько хорош, что сразу не скажешь, что играют школьницы. Команды плотно шли до третьей четверти матча. Пятая школа, допустив несколько ошибок в атаке, потеряла необходимые очки и теперь будет бороться только за третье место. Мы, главное, в основном, не знаю, там все в основном друзья играют, соперничают, все знакомые. В финал у девушек вышли команды школ номер 4 и номер 1 с очень хорошими показателями. Впервые в истории округа команда девушек школ номер 4 удалось набрать за матч больше 100 очков. Здесь интересный момент в том, что как бы любая школа, даже самая отдаленная, принимая участие на муниципальном уровне, либо на своем кустовом уровне, может себя ощутить как бы немножко профессионалами, потому что стараемся на муниципальных этапах подключать аудиосопровождение. Во встрече между командами юношей поселка Красной и школы номер 1 лидер определился сразу. Первая минута игры в первой четверти. Три броска капитана команды школы номер 1 Вадима Богатырева, и за ними уже преимущество 9 очков. За первое место у юношей поборются команды школы номер 1 и поселка Искателей. Сегодня последний день соревнований, и на нем определят победителей, которые представят наш регион в финале Северо-Западного федерального округа. Андрей Колавангин, Вадим Носкин, телеканал «Север».